слышите? Он мне отвечает! Это он! Вольфганг Амадей Моцарт! Человек, который передал нам музыку небес! Какой гениальный человек! В 6 лет он создал свой первый концерт. В 11 лет свою первую оперу. Он путешествует по всей Европе. Он знаменит, им восхищаются. В 17 лет он капельмейстер при дворе Зальцбурга. Он полон надежд и идей. Но внезапно его судьба меняется. Ужасный Колоредо захватывает власть! Господин Леопольд Моцарт, подойдите. Вот что это за писанина? Ваш сын требует отпуск для вас двоих. Он хочет, видите ли, ездить по миру и давать концерты. Если в свои 17 лет этот юноша считает работу на моей службе недостаточно его таланта, тогда он уволен вместе с вами. Уволен? Но как же я буду кормить свою семью? А это ваши проблемы. Опять мы не смеем мечтать, если снова начать мир идей, как детей уничтожать. Всегда горят паши, глухи к нам господа, дачки граши, сверху им никогда не видна боль и наша беда. Даже если вызвать сложно клетка золотых пожар, невозможно, невозможно, но лишь безумцам дан этот дар. Опять рвется критиковать, только нас в ловушку загнать, дух сломать, этих хищников рать. Даже если вызвать сложно в клетках золотых пожар, невозможно, невозможно, но лишь безумцам дан этот дар. И вновь этот мир пустых голов, сладкий мир снов. Покорная жизнь ручных рабов, без озарений, без стихов, пляшем под звон чужой мечты, марионетки и шуты. Вольфганг Амадей Моцарт, к вашим услугам! Даже если вызвать сложно в клетках золотых пожар, невозможно, невозможно, но лишь безумцам дан этот дар, этот дар. Мир изменить, цель поразить, невозможно, невозможно, и лишь безумцам дан этот дар. Я вам отказываю, молодой человек, а также объявляю вам
о закрытии Национального театра Зальцбурга. Поэтому вы можете забыть ваши призрачные мечты об опере на немецком. Довольствуйтесь теми работами, что я заказываю у вас. Папа, у меня нет выбора. Нужно уезжать. Уезжать? Но это невозможно. Колоредо отказал мне в отпуске. Я не могу с тобой поехать. Я поеду один. Но один ты ничего не сможешь. Папа, я прошу, послушай. Здесь проходит моя жизнь. Я сказал нет. Леопольд, а что если я поеду с ним? Ты? Но ты ведь никогда не путешествовала. Ну, когда-то надо начинать. Вольфганг, ты уезжаешь с мамой. Позаботься о ней. Она для меня весь мир. И смотри, устройся как можно быстрее. Музыкант без места — это шут, презираемый всеми. Спасибо! Папа, спасибо! Ты увидишь, ты будешь гордиться мной! Я напишу самые красивые оперы для тебя, для моего отца, для лучшего из отцов! Ваше высочество, Моцарты покинули Зальцбург. Езжайте сейчас же за ними и предупредите, чтобы никто не сумел принять его к себе. Нельзя, чтобы он устроился в другом месте, если он отвергает меня здесь. Но ваша светлость, вы теряете лучшего музыканта вашего двора, величайшего композитора. Плевать, я ненавижу его музыку. Фридолин Вебер, переписчик городского театра. В городе много о вас говорят. Ваш талант кажется многообещающим, и я решил помочь. Помочь? Но чем? Я предлагаю снять копии всех ваших композиций бесплатно и помогу вам их распространять. О, господин, как мне вас отблагодарить? Пойдемте ко мне на чашечку шоколада вместе с вашей матушкой. Для меня будет честью познакомить вас с моей семьей. Вольфганг, этот человек ничего путного не сказал. Но почему? Да потому что это слишком красиво, чтобы быть правдой. Но... Я сделала так, как ты просила. Он придет? Он согласился? Да, моя Сесилия. А его мать? Она тоже придет? Да, боюсь, что придет. Я же тебя просила, чтобы ее не было. Она все испортит. Тебя действительно нельзя ни о чем попросить. Входите же! Ах, спасибо, спасибо, что пришли! Позвольте мне представить вам мою жену, Сесилию. Очень приятно, госпожа. О, а вот и знаменитый господин Моцарт, о котором говорил мне мой муж. Наши дочери Софи, Жозефа и Констанция. Констанция, поздоровайся, пожалуйста. Констанция, прекрати немедленно играть эту галиматью. А по-моему, очень мило. Хватит, Констанция! Хватит! Итак, дорогой Вольфганг, мне рассказывали, что вы юное дарование. Говорят, что ваш отец учил вас играть на пианино с завязанными за спиной руками. Нет, моя дорогая, не так. С завязанными глазами. Госпожа, я музыкант, а не волшебник. Я незнакомкая луна, головоломка причуда. Тихо шепну, сведу с ума,
Вас обмануть мне не трудно, и безудержно так с адреналином в такт бьется сердце дрожа. Бим-бам, бим-бум, бим-бам, бим-бум. Рассыпается душа. Я лишь мираж, клубок из тайн, выдумка, блажь на вождение. Рассыпается душа, сердце шепчет, плоть трепещет, душу клещет, тысячу трещит. Сердце шепчет, плоть трепещет, душу клещет, тысячу трещит. Дорогой Вольфганг, разрешите представить вам нашу дочь Алоизию. Сударь, как только отец рассказал мне о вас, я загорелась желанием вас увидеть. Ваше пение потрясло меня. Ваш голос так чист, так нежен. Дорогой Вольфганг, наша дочь Алоизия приглашена ко двору княгини Аранской, чтобы дать несколько концертов. Но бедность не позволяет расширить репертуар. Согласитесь ли вы дать мне несколько уроков? Да, конечно. Обещаю вам. Я готов вам помочь и сочинить для вас величайшие... Вольфганг! Вы можете дирижировать вашей собственной музыкой перед нашей Алоизией. Какая хорошая идея! Не так ли, госпожа? Но, Вольфганг, подумай о должности. Мадмуазель Алоизия... Мы можем начать прямо сейчас! Я возвращаюсь в отель и напишу твоему отцу. Констанция, пожалуйста. Прости, что? Освободи место. Ох, ваше величество, простите. Дорогой, она само совершенство. Ты только посмотри на него, как он очарован. Да уж точно, совершенство. Ах, мама, скажу вам я, что так мучает меня. С той минуты, как небрежно бросил Вольфганг взгляд свой нежный, сердце тихо говорит, как прожить мне без любви. Он краснеет, прячет взгляд, только вздохи говорят. А сестра моя плутовка, бедным сердцем вертит ловко. Ах, мама, он сам вот-вот к ней в объятья упадет. Мой дорогой Леопольд, все наши надежды рушатся, все двери для нас закрыты.
А с того момента, как Вольфганг попал под чары этой Алоизии Вебер, его больше ничего не волнует. Умоляю тебя, напиши ему как можно быстрее и приведи его в чувство. Поздравишь меня? Партия была очень красивая. Ты чем-то раздражена? Вы вдвоем меня раздражаете. Ты со своим важным видом дивы и Вольфганг с его вздохами глупой безумной любви. О, да ты ревнуешь. Ревную? Я? О да, ревнуешь. Ты пожираешь его глазами. Во всяком случае, я не смеюсь над ним. И я не смеюсь. Мы просто работаем вместе. Ты его используешь, а он искренен в своих чувствах и своей музыке, в отличие от тебя. Ни к чему бои, спор до крови, битвы не люби, черт их возьми. О, как же бесишь ты меня, тупая светская змея. Ты рада быть сестрой моей, так сделай рожу подобрей. Ничему. Чувствами людей, но так ты врешь сама себе. А ты зануда и ханжа, тебе не светит ни шиша. Ничему. Надо уже признаться себе, что я не права, пустые слова ранят тебя. Жизнь идет, что нас дальше ждет? Мне страшно, и я кусаю тебя, но каждый. Но в отражении слева снова злая королева. А справа в облачке ее смешная дурочка и все. Ни к чему. Спасибо, спасибо. Княгине очень понравилось. Она хочет заказать вам оперу, Вольфганг. Я был уверен в этом. Я вас очень благодарю, Вольфганг. Вольфганг, Вольфганг. Мама, что ты тут делаешь? Это тебе. Что? Мне? Да, письмо от твоего отца. С хорошими новостями, я надеюсь. Thank you.
Я молчал и страдал, хлопотал, угождал все для тебя. Ты роптал и кричал, осмеял, растоптал, отверг меня. Все труды и плоды и мечты, все во что так верил я. Ты завтра спросишь, отчего не знал его. Отца не слушал своего. Ложь, испуг, горечь, мук, боль, разлук, пытки ветреной любви. Светочей, звон ключей, тьма ночей, наслаждений, краткий миг. Я защитить тебя хочу, и я кричу. С тех пор, как вертится земля, мы в лапах змея-искусителя. Запретный плод срывая вновь, идем путем ошибок и грехов. Сыны своих отцов. Как суметь, как успеть одолеть, разорвать порочный круг? Мой птенец, твой отец, наконец, и тебе поможет вдруг. Я для тебя зажгу свечу, и я кричу. С тех пор, как вертится земля, мы в лапах змея-искусителя. Запретный плод срывая вновь, идем путем ошибок и грехов. Сыны своих отцов. Ольга, возьми себя в руки. Оставь эту Алоизию, уезжай скорее в Париж. Там ты сможешь найти успех, там твой талант будет признан. И только тогда ты можешь вернуться к госпоже Вебер. Вольфганг, послушайся меня. С тех пор, как вертится земля, мы в лапах змея-искусителя. Запретный плод срывая вновь, идем путем ошибок и грехов. Покуда вертится земля, оставим заблуждения, поняв своих отцов. Алоизия, Алоизия, я должен вас покинуть. Покинуть? Да, прямо сейчас. Но как же наши концерты? Я не знаю, будете петь без меня. Вольфганг, вы уезжаете? Я должен отправиться в Париж. Как же так? Сейчас? Опомнитесь! Нет, решено, я уезжаю. Алоизия, это ненадолго, всего на несколько месяцев. Несколько месяцев? Это вечность, целая жизнь. Нет, не делайте этого. Мой папа прав. Сегодня я никто. В Париже я стану знаменитым. Я стану достойным вас. Я вас умоляю. Алоизия, я вас люблю. Не забывайте меня. Прощайте. Я вас ненавижу. Ненавижу. Вольфганг! Вольфганг, сынок! Мама! Мама! Мама, вставай! Я чувствую себя не очень хорошо, сынок.
Я найду врача! Помогите! Помогите моей маме! Пожалуйста! Я заплачу! Я умоляю, помогите нам! Вольфганг, где ты? Почему так темно? Я ничего не вижу! Я здесь, мама! Я позвал врача! Врача? Но чем ты будешь платить? У нас ведь ничего нет! Вчера мне заказали сонату! О, не лги мне, Вольфганг! Я знаю, Париж закрыл все двери для тебя! Уезжай, мой сын! Возвращайся к отцу и обещай мне ему не перечить! Мама, вернемся в отель! Завтра поедем в Зальцбург, я тебе обещаю! Мама! 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 Прошу тебя! Прошу! Алоизия? Алоизия! Вы не узнали меня? Я Вольфганг! Вольфганг Моцарт! Бог мой! Вольфганг! Да! Какая радость встретить вас! Но что с вами? Вы работаете слугой? Музыка вам больше не нравится? Алоизия, я здесь перед вами! Я готов к вашим услугам! Я написал для вас арию! Я хочу... разделить с вами жизнь! Я хочу... я хочу на вас жениться! Жениться? О, но дело в том, что я уже вышла замуж и как раз нахожусь здесь в свадебном путешествии. Не может быть. Что же мне теперь делать? Приятного пути в Зальцбург! Будете в Вене, приходите к нам и передавайте привет вашему дорогому отцу! Как же я вас всех ненавижу! Это притворство! Эти льстивые манеры! Да! Я вернусь в Зальцбург! Но я не сдамся! Я, Вольфганг Амадей Моцарт, преданный и униженный, еще поднимусь на вершину своей музыки! Эта ночь съедает дочиста одиночество, грустный бал. Тихий крик надежду оборвал этот скрип моих пустых дверей. Без любви твоей я погиб. Жжет постель из роз, что сплелись в мой крест. Боль вчерашних слез не угаснет, нет. Как все стерпеть, как суметь не кричать, не скучать и мечтать по ночам. Эта ночь пьянит мой слабый дух, мой талант потух. Селяви, я танцую на костях любви. Рвут меня воспоминания, и душа моя вся в крови. Жжет постель из роз, что сплелись в мой крест. Боль вчерашних слез не угаснет, нет. В мире нужных слов и безумных грез, летних снов и свежих роз. Как все стерпеть, как суметь не кричать, не скучать и мечтать по ночам.
Вольфганг Амадей Моцарт вернулся обратно в Зальцбург и снова поступил на службу к ненавистному Колоредо. Архиепископ обращался с ним как со слугой и даже распорядился, чтобы тот во время обеда сидел рядом с камердинерами. Колоредо запрещал Моцарту проводить выступления ради собственной выгоды и всячески ограничивал ему доступ в дома знатных особ, его покровителей. Он решается оставить службу у архиепископа, но теперь ему нужно было убедить своего отца. «Значит, ты опять уезжаешь?» «Да, я решил уехать в Вену. Там я наконец-то буду жить среди музыкантов, играть в высшем обществе, сочинять для князей!» «Нет, Вольфганг, все это глупость. Служи Колоредо и будь счастлив». «Но, отец, Вена — это мой новый шанс!» «Шанс? У тебя уже были шансы, и ты их все упустил. Твои поездки, твои знакомства, а между тем твоя бедная мама... Ты не позаботился о ней! Нет! Ты позволил ей умереть! Нет! Ты мне вырвал половину души! Отец, всю жизнь я работал, чтобы ты гордился мной! И если я тебя разочаровал, я сожалею! Но больше я так жить не могу! Уже 3 года я терплю насмешки и издевательства этого тирана! Хватит! В этот раз я еду в Вену ради себя и ради музыки! Нет, Моцарт! Вы на моей службе, и я запрещаю вам выступать где-либо, кроме моего дома. Но ваша светлость! Сейчас же возвращайтесь на кухню. Ваше место среди прислуги. Не желает ли маэстро сесть? Ужин подан. Что, предатель, ты не ценишь нашу компанию? Какой же он утонченный, этот музыкант. Будешь петь за наше здоровье! Жалкий гномик хочет стать большим, но повергнут ниц. Глупый комик султана оскорбив, молча ждет казни. Жизнь несправедлива, но смотря кому. Жизнь несправедлива только к слабаку. Жизнь несправедлива к слабым пешкам, но жирный туз знает, пусть как нам смешно. Словно дети хохотать и рыдать. Двое юных на рассвете хохотать и рыдать. Нищих расцветая, избрана для рая. Хохотать и рыдать. Под удары рока снова щеку «Господин богослов, владыка глупцов, посмотрите на меня в последний раз! Я, Вольфганг Амадей Моцарт, с этого вечера я больше вам не слуга! Вы слышите, сударь? Я свободен! Свободен!» Эй, шуты и фавориты, что целуют туфли знатных ног, как я с вами, как рядом с клопами жить мог. Пусть молчит и не тревожит словоблудьем жалкий высший свет, ведь я на коне, и в правителях мне нужды нет. Нет ни царя, ни короля, здесь повелитель я. Прочь с пути, я король свободы, я монарх своей мечты. Жаждут народы за
и полегче, ваша светлость, сколько можно строить из себя? Вас выгонят вон, и ваш призрачный трон займу я. Власть дышит едва, рвется по швам, вера без тел мертва. Прочь с пути, я король свободы, я монах своей мечты. Жаждут народы за безумцем пойти. Прочь с пути, я король свободы, я монарх своих идей. Жаждут народы, что им скажет благородный злодей. Сальери, вы слышали? В Вене объявился новый композитор Моцарт. Говорят, этот господин хочет писать оперу на немецком. Император даже заказал ему оперу. Какой-то взбалмошный юноша. Да, он юн и неопытен. Но этот взбалмошный юноша бесконечно одаренный. Сальери, вы в своем уме? Я сейчас как раз направляюсь к нему на репетицию. Хотите составить мне компанию? Ну что ж, пойдемте посмотрим, что он там насочинял. Констанция, ты поменяла простыни в комнате на втором этаже? Да, мама. А рубашки господина из комнаты внизу? О, Констанция, я так устаю, а ты не хочешь потрудиться? Но я и так тружусь с самого утра, не покладая рук. Мама, это Вольфганг. Вольфганг, который у нас гостил. А, господин беглец, да? Господин изменник! Надеюсь, вы жалеете, что покинули нас. Ох, госпожа Веббер, я очень сожалею. И чем же мы обязаны вашему визиту, маэстро? Я хотел бы снять комнату. Очень хорошо, но у меня еще 3 дочери, так что не вздумайте пользоваться ситуацией, чтобы здесь не оказалось второй Алоизии. Что вы? Даже не думайте! Что до меня, то вы не в моем вкусе. Ну, и кто здесь Моцарт? Господин Моцарт, я и господин Розенберг здесь по требованию императора. Господин Розенберг сильно обеспокоен результатом. О, благодарю! Как вы можете судить о работе, не слышав ни единой ноты? О, ноты, ноты, ноты! Слишком много нот! Много нот? Я уже вижу, что ваша партитура слишком сложна, и непереносима, и непригодна, и невыносима. Ну что это за глупости, господин Розенберг? Что за бессмысленное предубеждение? Браво, мой юный друг, браво! Вы остроумны. Будем надеяться, что ваша музыка так же высока, как и ваша дерзость. Сальери, подождите! Вы ведь музыкант! Послушайте хотя бы несколько тактов! Oh,
за страсть вновь меня гложет, тихо восхищает и тревожит. Я дрожу, гением разрушен, как нож. Он пронзает душу, подавляет силу воли. Коктейль радости и боли, словно яд отравит разом. И я теряю разум. Это сладкая боль, так пьянит ненависть, любовь манит. Слабости и страсти, слезы горя, слезы счастья. Это сладкая боль, опьянит ненависть и кровь. Кипит, просто вкуси адской власти, слезы грусти, слезы счастья. Порыв сердце мое ранит, тянет вниз, и я уже на грани. Это зло на меня похоже, я его чувствую всей кожей. От идей своих сгораю, мечты вдруг исчезают, превращаются в проказу, и я теряю разум. Это сладкая боль, так пьянит ненависть, любовь манит, жалят тебя. Слабости и страсти, слезы горя, слезы счастья. Это сладкая боль, так пьянит ненависть и кровь. Кипит, просто вкуси адской власти, слезы грусти, слезы счастья. Констанция! О, мой любимый! Теперь ты меня поцелуешь! Да! Ах, вы негодяи! Вот я вас и застала! Мама! Мама! То есть, госпожа Веббер! Это ужасное недоразумение! Вы мне дали слово! Нет, честно, я хотел... О, Вольфганг! Вы наша погибель! Вас видели вместе на репетиции. Вся Вена будет показывать на нас пальцем. О, я не могу видеть мою маленькую Констанцию обесчещенной. Мама, как ты можешь? Замолчи, убирайся. Ни за что. Вот маленькая зараза. Думаю, мне лучше уйти. Молодой человек, не думаете ли вы о том, чтобы убежать? Если вы попытаетесь исчезнуть, мы привлечем вас к ответственности. Вы развратник, исправите все то зло, которое причинили. Но как я могу это сделать? Подпишите вот это обязательство вступить в брак по закону. Обязательство? Но мой отец будет против. Ах, мошенник! Он снова прикрывается отцом. Вы вступите в брак с Констанцией и проживете вместе 3 года. В случае несоблюдения обязательства вы должны будете выплатить мне 10 000. Все ясно? Да, ясно. На этот раз вы все просчитали. Не упрямьтесь, Моцарт. Подписывайте. Что вы наделали? Я поверить не могу, что вы причастны к этой авантюре. Вы мне не верите? Я уже никому не верю. Вольфганг, вы тот, кого я люблю больше всего на свете. Когда вы решили жениться на мне, я не хотела, чтобы вы делали это против своей воли. Это не оправдание. Вот, вы узнаете этот документ? Я только что стащила его у матери. И вот, что я с ним сделаю. Госпожа Констанция Веббер, вы будете моей женой. О, я так и знал! Как я мог это допустить? Вся Вена ждет премьеры Моцарта как события года. А Сальери, этот идиот, говорит мне: вот увидите, Розенберг.
Такая неясность в музыке будет не по душе императору. И все станет на свое место. Идиот. А если наоборот? А если это неясность, как он говорит, всех очарует? Ведь если хорошенько поискать, то столько приятных и завораживающих моментов можно найти. Вот, например, увертюра к похищению Сираля. Вступление. Оно божественно. Па-па-па, пра-па-па-па-па. Па-па-па, пра-па-па-па-па. Па-па-па, пра-па-па-па-па. 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 Пра-па! А! 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 Сальери, это вы? Вы меня напугали. Скажите мне, Розенберг, музыка Моцарта вам так нравится? Да что вы, да что вы, да что вы, да что вы! Наоборот, я взбешен, я в ярости! О, да-да-да-да-да, я в ярости! Сегодня премьера «Фигаро», и Моцарт не может, не должен иметь успех! Несколько моих приятелей могут прийти на эту оперу, чтобы освистать ее. О, хорошо, хорошо, действуйте, Сальери, действуйте! Non vedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Ma guerrieri può far bacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppa in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso furranto, un gran casco, un gran turbante, volto nor, poco contante, poco contante, poco contante. Все за дело, отметим Фигаро. Моцарт наш герой, как же смело под взглядами врагов жить под крик «Браво!» Знаменитой пени Моцарт преуспел. Он настоящий гений, он велик и смел. Интриганов сверхславой окружен. Негодяй Розенберг снова сражен. Да здравствует Фигаро! Ю-ху! Можно я тоже повеселюсь? Внесу, так сказать, свою лепту в ваш маленький праздник. Все, женитьба Фигаро отменена. Афиши сняты по приказу Его Величества! Вы лжете! Император не мог предать моего мужа! Это вы клевещете на Моцарта! Вольфганг – величайший композитор Вены! Да! Это что еще за ведьма? Скажите своему великому композитору, что он больше никто! И что завтра все двери для него будут закрыты! Никто не захочет иметь с ним дело! Никто! Никто! Господин Моцарт? Да, что вы хотите? Человек, который меня прислал, считает вас самым талантливым композитором. Но что ему нужно от меня? Чтобы вы сочинили заупокойную мессу. Реквием? Но для кого? Это не ваше дело. Вот 100 дукатов. По окончании получите столько же. Работайте со всей возможной тщательностью. Тот, кто заказал реквием, настоящий знаток. 100 дукатов? 100 дукатов, Вольфганг, вы спасены! Нет, Констанция. Этот человек пришел с другого мира, чтобы объявить мой конец. Знаете, Сальери?
Сальери, в этот раз снова никто из ваших знакомых не стал освистывать оперу Моцарта. И тогда мне пришлось действовать прямо через императора. Он посчитал эту оперу оскорблением монархии и запретил ее. А вы теперь, насколько я понимаю, стали придворным композитором и капельмейстером самого императора? Поздравляю вас, Сальери, вы добились своего. Ну как же, Моцарт? А Моцарта теперь никто даже и не вспомнит. И все же, его музыка превосходна. В эту ночь опять заснуть не вмочь, бегу от себя, больной, бесталанный, как змея, как афония, терзает меня бессмысленной гаммой. Гнет она, что заплачу сполна, что есть цена за все преступления, мучения. Вновь ждет меня ассасин-фония, и место зла в ней сгорит дотла. Все, чем жил я. Вновь ждет меня ассасин-фония, я жду ее. Хитрый враг пробрался в мой чердак, празднует бал и хочет сразиться. Отрекусь от тех идей и чувств, в которых витал. Мне возродиться, решиться. Вновь ждет меня симфония, и место зла в ней сгорит дотла. Все, чем жил я, вновь ждет меня ассасин-фония. Я жду ее, проклинаю все, что любил я. Жизнь, торопись, пой и плачь, жарь сюиту неудач, мой скрипач, мой палач. Всех оглушив, ублажив, мой концерт насквозь фальшив, мой талант пуст и лжив. Ждет меня ассасин-фония, и место зла в ней сгорит дотла. Все, чем жил я, вновь ждет меня ассасин-фония. Я жду ее, проклинаю все, что любил. Вольфганг, ты простудишься. Вот, я слышу ее, я слышу. Записывай. Лакримоза, мои слезы. Ре минор, первый такт. Фа, до диез, ре. Третий такт, вступление, легато. В конце надежда, вступление хора. Чистые си и до, затем тон, затем полутон. Непостижимо, моя музыка превосходит меня, превосходит меня.
меня. Моцарт живет в уединении, здоровье на исходе. Он всем рассказывает, будто смерть заказала ему реквием для его собственных похорон. Констанция! Вольфганг! Что вы здесь делаете? Кто вам разрешал входить? Госпожа, я узнал о болезни вашего мужа и хочу предложить вам свою помощь. Нет, ничего не нужно. После всей той боли, что вы нам причинили... Ах, это вы, Сальери, как поживаете? Уходите, я вас прошу. Это неподходящий момент. Сальери, я не успею в срок закончить свой реквием. Смерть уже рядом. Не говори так, ты принесешь нам несчастье. Я позову врача. Не надо, Констанция. Это больше ни к чему. Сальери, я вас прошу. Там на столе, там ноты мои, мои эскизы. Закончите реквием. Слабая улыбка, взгляд пустой и зыбкий. И ты уходишь в небеса. Ты меня бросаешь, тихо ускользаешь в мир неведомого сна. Ангел мой, объятый вечным сном, раю теперь твой дом. Ангел мой, в мире лучшем и другом. Спи, 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 мой ангел, спи, в раю заждали. Как на поле брани, я в сплошном тумане иду дорогою твоей. Я бреду, шатаясь, снова погружаюсь в омут наших лучших дней. Объятый вечным сном, ангел мой, в раю теперь твой дом.